1 февраля 1932 года был выдан первый чугун магнитки. Именно эта дата считается днем рождения Магнитогорского металлургического комбината. Исторические документы той эпохи сохранили для нас буквально поминутную хронологию этого великого и очень драматичного дня. Наши коллеги Павел Берсенев, Станислав Юдин и Елена Ткач восстановили эту хронологию. И давайте все вместе вспомним, как это было 85 лет назад. Первый доменный печи был заложен 15 августа 1930 года. Сроки строительства были рекордными. Уже через год и два месяца, 9 октября 1931, в доме заполыхали гигантские дровяные костры. Печь была поставлена на просушку. 10 января 1932 специальная комиссия подписывает акт приемки, в котором говорится: металлургический завод в составе первой доменной печи ЦЭС, ЖД, транспорта, коксохимического и горнорудного отделов приведены в готовность для пуска доменной печи номер один. Также готов промышленный водопровод. Этот водопровод сыграет решающую роль в определении даты пуска. 26 января начинается загрузка шахты, задувка печи назначена на 29 января. Но в районе одного из колодцев лопается труба южного водовода. Решено переключиться на резервный северный. Там лопается задвижка. В сложнейших погодных условиях, температура упала ниже 30 градусной отметки, обе аварии ликвидированы. Предпусковая подготовка показывает, плохо работают фильтры водокачки. Засоряется охладительная система. Ночь на 31 января руководство магнитостроя проводит на объекте. Утро 1 февраля 1932. 8:55 утра. Воздуходувка подает на дом, но горячее дутье. Во всех фурмах появляется пламя. Первая доменная печь начинает свою жизнь. Участок строительства празднично украшен. К нему стекаются тысячи магнитостроевцев. Судьба первой домной интересует буквально всех. Повсюду импровизированные митинги, звучат песни. 1 февраля 1932, 20:30. Старший горновой Трофим Королев и его помощник Сергей Переверзев пробивают ледку. Первый чугун магнитки хлынул в ковш. 20 часов 50 минут. Взята первая проба чугуна. 45 минут до полуночи. Первая доменная печь официально вступает в строй. В Москву летит праздничная телеграмма. 2 февраля текст телеграммы за подписью начальника магнитостроя Гугеля зачитывает Михаил Калинин на партийной конференции в Москве. Из первого чугуна отлиты плитки с барельефом Ленина. Остальной металл пошел на утюги. Магнитка становится полноправной частью гигантского проекта социалистической индустриализации. Вот так зарождалась магнитка. Так началась слава Магнитогорского металлургического комбината. В столь рекордные сроки будет построено еще немалое количество цехов, огромное количество переделов и производств. Еще ни один магнитостроевец будет объявлен героем. Еще ни одна судьба будет сломлена. Но солнце над магниткой уже взошло, рукотворное, из расплавленного чугуна. Он светил нашим предкам ярче ближайшей звезды и грел жарче. Потому что все тогда знали, будет первый чугун, будет завтрашний день. И будут потомки, которые помнят, что все началось здесь, на первой домне, 1 февраля 1932 года. С днем рождения, комбинат!